Сегодня генеральный директор Татнефти Наиль Маганов развеял слухи о возможном слиянии компании с другими предприятиями. Сообщения об этом опубликовали некоторые средства массовой информации. И вот официальный комментарий. Даже комментировать не хочу. Татнефть есть Татнефть, она работает. И я думаю, запасов нефти у нас достаточно. При поддержке, активной поддержке со стороны республики, со стороны президента Фарида Харуча. И вот сегодня мы среди депутатов нашли заинтересованных слушателей. Они так живо и с интересом откликнулись на наши проблемы.